Международный день астрономии в Иванове не прошел незамеченным. Любители постигать тайны звездного неба собрались на площадке у кинотеатра «Современник», чтобы полюбоваться на лунные кратеры и планеты. Подобный вечер тротуарной астрономии проводится в областном центре второй раз. Нам передали такую информацию, что вот здесь сегодня проходит акция нашего города, и мы пока гуляли, зашли сюда. Наблюдаем, наверное, в первый раз. И на самом деле мне очень приятно, что в нашем городе существуют такие акции, что есть место, куда можно прийти вечером и насладиться, в данном случае, звездным небом. Сначала прохожие из любопытства останавливались и просто приглядывались к необычному действу. Затем, узнав, что урок астрономии проходит совершенно бесплатно, присоединялись. В этот вечер при благоприятных погодных условиях можно было увидеть, кроме Луны, планеты Юпитер и Сатурн, полет МКС и вспышку спутника Иридиум. Международная космическая станция, она летает над Землей, и в данном случае, вот в эти дни, ее хорошо видно из Иваново. Иридиум такой спутник связи, он вращается и своим солнечным тарием пускает зайчик. То есть на чистом небе вдруг появляется яркая звездочка, которая постепенно гаснет. Весенние месяцы наиболее удобны для наблюдений. Теплая погода благоприятствует, да и расположение небесных объектов является удачным. Весной планеты находятся высоко над линией горизонта, их хорошо видно. Многие наблюдали небесное светило впервые. Единственное – это кометы. Наверное, все в детстве видели их, загадывали желания, как это принято. Вот. Хотелось бы большего дальнего космоса. Телескоп есть, но пока что для новичков. Так что планируем в дальнейшем, если все получится, приобрести уже более профессиональный. Погода в этот вечер не подвела астрономов-любителей. Обещанный синоптиками дождь, к счастью, не пошел. За несколько часов в уроке астрономии на свежем воздухе приняли участие около 300 ивановцев. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.